Замок Ларнак – единственный в Новой Зеландии. Его история окутана мистикой и тенью трагических событий. Основан он был в 1871 году австралийским банкиром Уильямом Ларнаком, перебравшимся в эти края на волне золотой лихорадки. Строительство длилось 3 года, а после еще 12 лет лучшие европейские мастера занимались его отделкой. Мрамор завозили из Италии, сланец из Уэльса, плитку из Англии, стекло из Венеции и Франции, а также использовали самые ценные породы новозеландской древесины. Особняк освещался современными на тот момент газовыми светильниками, которые работали на метане. К сожалению, это великолепие не принесло счастья его владельцу. Здесь погибли несколько членов семьи, а позже застрелился и сам хозяин. Говорят, причиной тому стало банкротство. Долгое время Ларнак был заброшен и имел удручающий вид, пока его не приобрели супруги Баркер. Они приложили немало усилий, чтобы отреставрировать фасад, вернуть распроданную мебель и восстановить прекрасный сад. Теперь замок открыт для посещения туристов и проведения свадебных церемоний.